Свежие дорожные новости поступают из центра города, где идет масштабная реконструкция улицы Пронкси. На этот раз изменения в движении произойдут на улице Йе, которая примыкает к Пронкси. Серьезных перемен, к счастью, пока не предвидится. Тем не менее, водителям и пешеходам, которые используют ежедневно этот маршрут, стоит прислушаться к следующей информации о том, что уже завтра с 10 часов утра будет закрыта одна полоса движения на улице Йе в направлении порта. Как отметил вице-мэр Таллина Владимир Свет, сейчас самые подходящие условия для запланированных на этом участке работ. Связано это с достаточно теплой погодой. Вне зависимости от того, что сейчас у нас середина зимы, реконструкция улиц Е и Пронкси продолжается, и как раз погодные условия позволяют строителю начать работы на улице Е, которая до сегодняшнего момента не была затронута работами. Начиная с 10 часов утра пятницы 20 января на улице Е будет открыта для движения по одной полосе в каждом направлении. Временная организация движения будет действовать до завершения реконструкции улицы осенью этого года. Несмотря на то, что эти изменения кажутся серьезными, на движение в центре города они не повлияют практически никак, потому что уже сейчас, в связи с тем, что большая часть улицы Пронкси находится в ремонте, нагрузка на улицу Е значительно снизилась. Поэтому водителям, которые здесь передвигаются, надо просто быть внимательными. И все же стоит понимать, насколько сложно проводить такие работы в центре оживленного района. Но без них уже было не обойтись. По заверению вице-мэра, реконструкция идет по графику, но работы впереди еще много. В итоге терпение наших горожан будет вознаграждено. Вадим Малышкин, Роман Васильев, новости Таллина.